Здравствуйте, мои дорогие зрители, снова с вами Шура, и я хочу поговорить на такую тему, как стиральные машины, холодильники и все остальное по дешевке. Если вы не хотите покупать вторую руку, а хотите новую, но у вас не хватает средств, что естественно для Стамбула, потому что здесь все довольно дорого в качестве техники, я вам покажу аутлет. Здесь есть все, стиралка, там, стиральная машина, холодильники и все остальное. Я здесь год тому назад брала стиральную машину механическую. Я ее брала за 1000 лир. Она, на 5 килограмм. И прекрасно работает. Я уже год пользуюсь ей. И никаких проблем. Я вам сейчас все покажу, что здесь и как. Так, мои дорогие зрители. Сейчас я нахожусь в этом аутлете. Сейчас я вам покажу, что здесь есть. Например, вот эти холодильники Invisit. Вот такие. Они стоят 2200, но если поторговаться, можно и подешевле взять. Вот эти, но это не фроз, а просто там лед бывает внутри, да? Они стоят 1700, вот так, 1800. Но если поболтать, то можно и за 1500 взять. Вот такие арчелики. Не, это Altus, pardon. Вот такие алтусы тоже стоят 2000-2100, новенькие. Так, ну у них бывают какие-то повреждения, вроде царапин и все остальное. Сейчас я вам дальше покажу. Вот такие вот бека есть, такие арчелики. Вот эти арчелики тоже стоят где-то 2000, плюс-минус там 200 лир. Идем дальше. Сейчас я вам покажу классную вещь. Вот смотрите, это сушилки и посудомоечные, стиралки. На их цену посмотрите. Сейчас вы будете в шоке. 1100 лир. Год гарантии дает. Но в чем бывает проблема? У них чаще всего бывают какие-то повреждения. Вроде вот такие вот царапины, которые не сходятся. То есть они не сотрутся, да? А так эти машинки абсолютно в рабочем состоянии. Сейчас я вам покажу стиралку, которая стоит очень дешево. Вот одна вместе стиральная машина механическая. Она стоит 1700-1500. Вот так. Вот видите, у него здесь ящика нету. Они просто заменяют другим ящиком. То есть из другой машинки берут и вставляют туда. И все, и ваша машина прекрасно работает. Пойдем внутрь, посмотрим, что там внутри. Так, у нас внутри холодильники. Вот, например. Вот такой стеклянный холодильник стоит 8000. Вот такой холодильник стоит 8500. Посмотрите, вот такой Samsung стоит 7800. Ну, можно и за 7500 взять, если поговорить. Единственное повреждение, вот это, видите, вмятина вот здесь. Чаще всего у холодильника бывает вот здесь вмятина, ну и на дверях тоже. Изнутри они прекрасно работают. То есть внутри никаких проблем не бывает. Только внешние повреждения. А, здесь вот такие посудомоечные. Посмотрите на цену посудомоечных. 1700. Можно за 1500 взять. Но ее травма вот в этом. Вот эта рамка, она повреждена. А так посудомоечная работает. Вот такая же бека. Тоже рабочая машина, но с царапинами. Сейчас я вам еще вот такой же арчелик холодильник. За 6000 можно договориться. Вот у нее здесь вмятина. Смотрите. Что еще здесь? Ну, короче, вот такие холодильники. Здесь везде холодильники. Вы можете видеть цены. Но они какие-то повреждения бывают вроде вмятин и царапин. Здесь все покупают. Здесь практически никогда не остается товара. То есть все постоянно покупают все. Вот смотрите, вот такой профилю. 4900 стоит, но можно и подешевле купить немножко. У него здесь вмятина, и за это вмятина его цена падает. Так, что еще здесь есть? У нас здесь стиралки есть. Вот цены вы видите. То есть на 500, на 600. Некоторые стиралки на 1000 лир дешевле обходятся. Сейчас я вам еще другие вещи покажу. Так, здесь еще есть телевизоры.
Но телевизор я не советую покупать чаще всего, но внимательно то есть смотрите, потому что чаще всего у телевизора бывают повреждения в экране, где-то здесь в уголке, трещинки какие-то. Тогда они очень дешево начинают стоить. Так, сейчас я вам покажу еще что. Сейчас я вам покажу телевизор. LG рабочий вот телевизор, вот такой. Вот его цена 2200, но можно и поторговаться, и купить его за 2000, а может еще дешевле. Вот стиральные машины. Вот еще здесь стиралка есть. Вот эта стиралка у меня вот такая же механическая. Она стоит 1700, но можно и за 1500 взять. Вот такие вот здесь товары. И где это все находится, сейчас я вам покажу. Короче, вот эта остановка Авджела, метробус. Видите, там остановка Авджела. Оттуда выходите, переходите дорогу. И вот этот аутлет. Даяз Ашья. Дефолу Даяз Ашья. И ТВ. Они дают год гарантии. И все, и привозят вам домой. Вот такие дела у нас в Стамбуле.